16 по 20 ноября пройдет 12-я серия научно-популярного проекта про науку в КФУ. В числе лекций, которые мы запланировали, например, следующее, о том, когда антибиотики оказываются бесполезными, или какие катаклизмы смогли предсказать писатели-фантасты, или суеверия, которые как раз-таки появились во время пандемии, на которые повлияла как раз эта вот вся история с нестабильной эпидситуацией. О будущем виртуальном мире мы будем говорить, и даже когда мы сможем путешествовать на другие планеты. Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате. В этом году в течение недели каждый вечер про науку будет транслироваться на телеканале Универ ТВ и в группе Казанского университета во ВКонтакте. Будут и прямые эфиры, то есть наши зрители могут и пользователи социальных сетей могут напрямую задавать вопросы нашим гостям-экспертам. Это будет живой разговор, а не просто записанные лекции. Но самое главное, если, как я ранее сказала, 16 тысяч участников было предыдущие годы, то мы надеемся, что новый формат даст нам новый виток как раз в распространении научно-популярной информации. Кроме того, по традиции для зрителей будут проводиться розыгрыши. Не пропусти. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.